Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Сирену. Теперь у нас на очереди эпизод 5, посмотрим, что нам принесет он. Последний эпизод, надо сказать, был довольно-таки страшным. Давайте начинать, посмотрим. Is anyone there? Hello? Хорошо. Посмотрим. За кого же мы сейчас играем, интересно? За Мелиссу. То есть за мать Беллы. Время 10 часов первого. Ой, мы опять ночью. Bella, are you here? Так, нужно проникнуть в госпиталь. Автоматическая дверь не работает. Блин, опять этот госпиталь. Я, насколько помню, последний раз, когда мы играли в госпитале, это довольно-таки хреново заканчивалось. Так, ну-ка. Я правильно иду, нет? Я вроде как должен тут подобраться. Или мне вон туда войти? Так, вот так, оказывается, можно приближать. Я раньше не знал. Мне в комментах отписали. Но я, как обычно, прощелкал. Ну да ладно. Так, вроде бы я все правильно делаю. Или нет? Ага, хорошо. Опять какие-то не очень хорошие, надо сказать, звуки. Так, ну-ка, давайте посмотрим, что у нас за дверью. Это что за хрень? Она на потолке, что ли? Отлично. Так, ну я так понимаю, что что я попал. Дура, закрой дверь. Закрой дверь, дура. Нафиг, нафиг, блин, подожди. Давай, прикрой дверь обратно. Блин, я не знаю, почему-то нельзя дверь закрывать за собой, то есть только перед собой. Это что за хрень такая? И как мне мимо нее пройти? Так, мы сейчас на втором этаже. Нам нужно проверить. Мне на крышу нужно, короче говоря, наверх подниматься. Так, она, по-моему, направляется в мою сторону. Давай, отворачивайся. Я вообще не пойму, на полу, на потолке, где она? Так, тихо. Ой-о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 й
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На этом этаже тоже что-то нехорошее. Фу, так. Это у нас на каком этаже? Это вроде обычный. Обычный уже не так пугает, да-да-да. Ой, дураком, дураком сделать. Это на потолке висит. Так, ладно, мне нужно на крышу. Замечательно. Как обычно. Так, нам нужно найти ключ от крыши. Ключ от крыши у нас... Замечательно. Ключ от крыши у нас в подвале. Что может быть лучше? Или подожди. Почти подвал. Это первый этаж. На первом этаже. То есть мне сейчас по лестнице надо спуститься до первого этажа. И там в комнате справа от лестницы будет этот ключ. Я с таким трудом сюда поднялся, и теперь... Теперь мне нужно возвращаться назад, вы хотите сказать? Так, ну вроде поблизости никого нету, один пролет пройдем спокойно. Так, а вот тут уже надо быть осторожней. Фу-ху-ху, блин, как. На кой хрен я под это подписался? Так, вот сейчас я мог пройти, но уже, по-моему, поздно. Так, вот так сделаем. Нет, подожди, она идет сюда. Давай, братюнь, давай обратно. Ты, вернее, не братюнь, ты сестрюнь. Но по тебе сложно сказать, что ты именно такое. Просто уходи, просто уходи. Твою мать, оно прям за углом. Все, пошли, 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 пошли. Так. На первом этаже у нас, по-моему, никого не было. Так, вот сюда нам и нужно попасть. Так, фу, блин, как... У меня натурально, блин, грудь болит уже. Я запарился дыхание задерживать. Фу, так, нам нужно попасть туда. Там наверняка кто-то есть. Давайте-ка мы сначала зайдем в туалет. Замечательно, зайдем. Давайте попробуем мужской. Закроемся в кабинке. Фу. Вздрогнул. И вообще на ровном месте. И теперь давайте посмотрим, что же у нас там в этой комнате. Наверняка там. Да? Подожди, вот ключ. Вот он. И там одна из этих тварей на потолке сидит. Смотрит прямо на него. Как мне ее отвлечь? Блин, у меня же... Так, ну, я даже не знаю, как-то мне нужно ее выманить оттуда. Что если сделать вот так? Мы, скажем, бросаем сюда. Ой, ну нахрен ты туда-то бросила? Я же не знал, что она прям вдаль будет бросать. Так, ну и звук, ой, звук, говорю, изображение мигает, как будто меня обнаружили, но... Thank you.
Какого хрена? Это где вообще? Это внизу. Так, я даже не знаю, как мне эту тварь выманить, честно говоря. Ой-ой-ой. Так, закроем дверь и подумаем еще, что же нам со всем этим делать. Она вышла, что ли? Погоди, это точно она? Сейчас, блин, а то выбегу. Слушай, она, кажется, вышла. И сейчас мы, если она уйдет, мы сможем проникнуть внутрь. Так, где она, блин? Ох уж это управление. Так, вот так закрепим ее. Вот она возвращается обратно сюда, в коридор. Я надеюсь, она в туалет и не заходит. Уф, это, наверное, не очень зрелищно, но согласитесь, очень страшно. Здесь натурально можно стать дураком. Так, проходи дальше, давай. Сейчас мы выходим. Идем вот сюда. Берем ключ. Уф, так, чекпоинт. Чекпоинт, хорошо. Сейчас она возвращается. А после этого возвращаемся уже мы. Так, нам наверх сейчас. Самое главное не перепутать. Так, только не смотри в эту сторону. Все, кажется, пошла. Так, тихо. Ой-о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 й
Уф, вроде выжили. Так, я не помню, на этом этаже у нас еще одна тварь ходит. Да, на этом. Сейчас бы впоролся прям в нее. Блин, ну я уже начинаю как бы приучаться маленько к этой игре. Помаленьку уже начинаю действовать более тактично. Так, давай, давай, уходи. Вот так, молодец, молодец. А мы идем на крышу. Тут у нас, по-моему, никого... Никого, по-моему, у нас тут нет. Уф, так. Неужто, блин, ты смотри, как я хорошо прошел, а? Так, давайте-ка мы не будем пылить, как обычно. Мы посмотрим, кто у нас есть на этом этаже. Никого. Фу! Так, ладно. Теперь предупреди Сэма Монро про кризис. Первое задание под миссия. Проверь номер комнаты
посмотрев глазами Сейга Самия. Какого? Ты, я, видимо, правильно перевел? Не знаю. Сайджекинг — это просто как раз-таки есть это зрение чужими глазами. Второе задание: позвони из телефона, короче, в препараторской комнате. What is wrong with this village? We should start wing here until morning. I believe those things can't be in the day. Damn freaks of nature. Where are you two? Ладно, давайте лучше посидим сначала. Work? Maybe we can use it to call for help. Ой-ой-ой, подожди. Да что ж такое? Где там номер можно увидеть? Так, вот так, хорошо. 201. И чё? А, всё, у меня выполнена задача. А прикольно, что не только за зомби можешь смотреть. Ну, то есть, сибитоиди. Так, это всё прекрасно, конечно. Только где именно я нахожусь? Ага, примерно понятно. Так, хорошо. Позвоните из телефона. Блин. Проблема. Фу, так. Нужно спуститься. Интересно, она вниз еще можно? Или придется обходить все опять? Ну, короче, прямо подо мной где-то находится эта комната, откуда можно позвонить. What? И, к сожалению, мне придется спускаться по все той же лестнице. Тихо. Твою мать! У меня такое же лицо было, наверное. Это что за хрень была? Так, задача. Найди оружие. Выруби мозг Сибито. Сибито Брейн. То есть это и есть вот эта тварь, да, на коляске? Чтобы остановить паука Сибито и позвонить с телефона в препараторской. Понятно. Так, найди оружие. Где мне найти оружие? Я помню, тут я бегал твоей дочкой, Мелисса. Ой, ой-ой-ой. Ладно. Вроде бы никто не едет. Блин, мне нужно оружие. Где мне найти оружие? Я так понимаю, на лифте лучше не ехать. Эта дверь не откроется. В прошлый раз не открывалась, и в этот раз не откроется. Хорошо, спускаемся ниже в подвал.
неопылим особо. Эти все тут лясы точат, везет. А женушка твоя, блин. Это кто так тяжело дышит? Этот самый Брейн. Да. А это его сиделка. А это, я так понимаю, как раз этот самый паук, да? Твою мать, вот я попала. И где-то там внизу находится то, что нужно мне. Вашу мать. Вы бы хотя бы звуки такие страшные выключили, а то я, блин, точно сейчас крышей поеду. Да, заткнитесь вы. Паучок ползает по потолку как раз там, где мне нужно пройти. Убить я его не смогу. Но, в принципе, там зато точно комната. Понятно. То есть мне, похоже, нужно все-таки на лифте спуститься. Мимо него я... А вот лифт, кстати говоря. Это какой этаж вообще? Это первый этаж. Нам нужно в подвал. В подвал мы, похоже, сможем спуститься только... Только с помощью лифта. Ох, как не по себе. Давай, ну... Ой, насколько не страшно было поначалу первые пару серий. Настолько же херовый сейчас. Так, мозг у нас тут. Сиделка рядом с ним. Эта тварь ползает где-то рядом. Она за углом. Да? Да нахер мне не нужны вот этих показывать, давай. Так, ладно. Дверь открой. Ну давай, не тупи, не застревай. Вот. Выруби сибито мозг. Сибито мозг у нас находится справа за углом, по-моему. Тихо. И... Тихо, выключим фонарик. Бляха. Это что за нахер? Бля, я боюсь, мне страшно. Так, это было бы все очень просто, если бы... Если бы не эта тварь. Сука, иди сюда. Давай, давай, давай. Давай. Ух, я чуть не родил. Когда эта штука умирает, говорит, помирают и остальные. Фу! Так. Я чуть не родил, пока это проделывал. Так. Фу, так. Позвоните по телефону. Мне нужно... Как мне подняться наверх? Отсюда я смогу подняться наверх?
Я так понимаю, сейчас я уже сопротивление не встречу. А, тут у нас Белла пробегала, тут завалено все. А почему я не могу вот отсюда с телефона позвонить? А, у вас тут нет телефона? У вас один телефон на больнице? Блин, давай, только сейчас вот если какая-нибудь бабайка еще вылезет, то все, капец сразу. Так, препараторская у нас на первом этаже. Хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Уф. Тут тварь у нас была на потолке, но вроде как ее не слышно. Да, только эти остались. А какой у них там номер-то был? Кто-нибудь помнит? Да, эта сука сдохла. Что это вообще за хрень? И тут еще одна, обалдеть. Так, ну вот телефон, но только я номер не помню. Может, а... нет. Подожди, надо посмотреть. Подожди, 201, по-моему, да? Фу, так. Давайте попробуем. По-моему, 201 было. Или нет? Похоже, нет. Или да? Да. Ой, блин, я чуть не родил за эту миссию. А что я могу сказать? Это было прекрасно, по-моему. Совершенно жопораздирающе, извиняюсь за выражение. Но такими хорроры должны, по-моему, быть. В хоррорах должно быть страшно. И это, по-моему, вторая игра будет в списке моем самых страшных игр на втором месте после Амнезии. Амнезия все-таки была страшнее, но здесь как-то совершенно по-другому пугает и при этом действительно страшно. Оф, ну ладно, на этом, я думаю, завершим эту серию. В следующей, потому что есть ощущение, что будет примерно столько же всякого говна, при том, что это только вторая миссия в этом эпизоде. Так что увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.